Всем здорово, ребята! Это поход на перевал Дятлова Плато Мань-Пупонёр. Мы с Илюхой полны сил и готовы вваливать. У нас первый вагон, это вот в самом конце. Ехать 1,5 суток, вот, может быть, что-нибудь поснимаю. Снимать буду очень мало, потому что аккумулятора у меня всего лишь 2, а розеток на 15 дней не будет нигде. Камера от пауэрбанка не заряжается. Ну все, ребят, я пошел в поезд, отправление сейчас. Поехали, пожелайте нам удачи. Все, мы тронулись в сторону Ивделя и немножечко умом, пойдя в этот поход. Пока, Москва. Прибыли в город Владимир, отсюда виднеется главный собор, который возвышается над всем городом. Его видно прямо с железнодорожного вокзала. 20 минут стоянка, и мы любим Владимир. Стою здесь 5 минут, уже здесь реально хочу жить. Вот так нас встречает Нижний Новгород. Мусором и тленом. Переплываем Волгу. Это Пермь-2, ребята. Ночь выдалась очень плохая. Мы вообще еле, короче, спали там по часу, по два, не больше. Ну вот, мы приехали в Пермь, и у нас сегодня вкусняшки в поезде. Суши, мы мажоры. Да-да. Транспортная система Перми жива как никогда. Трамваи, автобусы и прочее. Решили прогуляться по скверу, здесь такой шар из покрышек, но он реально здоровый. 3 метра в высоту, и буква П, это, наверное, типа означает Пермь, там. Сейчас подойдем поближе, почитаем, чтобы вы понимали ее размеры. Архитектура роднит эту скульптуру с такими мировыми достопримечательностями, как Эйфелева башня в Париже и собор Антонио Гауди в Барселоне. Да, вот это прикололись. Не, ну, конечно, прикольно выглядит, но получше, чем Эйфелева башня, очевидно. Странно их сравнивать. Станция Чусовская. На улице нереальная жара, 30 градусов. Мороженое и вода наше все. Станция Чусовская, стоим 37 минут. Оказывается, город Чусовой – это родина известного русского писателя Астафьева. Тут уже заметно поменялся рельеф. Видны, да, горы прям самые настоящие. Вон там уже вдалеке какие-то песчаные прям горы здоровые. Так вот выглядит зал ожидания в городе Чусовская. Расписос и все такое. Так там, говорит, рождались телята с 2 головами. И высокий процент заболеваний. Станция Кушва, 25 минут стоянка. Может, к паровозу пойти сходить. Свердловская железная дорога. Я вот сейчас пытался, блин, эту аббревиатуру расшифровать. Вот вроде получилось. Сзади шумит ВЛ двухсекционный. Остановились в Серове. Честно говоря, не могу не заснять эту офигенную атмосферу. Везде туман. Правда, сейчас, наверное, на камере нифига не видно, одни квадратики. И офигенная погода. 15 градусов. Ни холодно, ни жарко. Просто офигенно. Все, 36 часов мы шкварились в поезде. И, наконец-то, мы приехали. Станция Ивдель. Зал ожидания города Ивдель. Простенько и со вкусом. Короче, приехали в Ивдель. Естественно, в Ивделе все занято. Поэтому мы вписались к очень хорошей бабушке за 500 рублей в сутки. Мы сейчас выспимся. У нас кровати, все есть. И мы будем себя хорошо чувствовать. Мы с Илюхой решили прогуляться, пока время есть, до магазинов. Сейчас мы поснимаем, что там есть цивилизация, но там уже высотки виднеются. Это, кстати, не сам Ивдель, это Ивдель 4, и вот здесь местные небоскребы виднеются, ну, по местным меркам небоскребы. Шоколадная паста 59 рублей. У нас бы она рублей 200 стоила. Я здесь офигеваю с местных цен. 63 рубля шоколадный сыр стоит. Я у нас в Москве его за 105 брал. Не помню, показывал свой дом, нет, но вот так он выглядит. Ну, не свой, в смысле, а куда мы заселились.
500 рублей в сутки, и он ваш. Наше транспортное средство на ближайшие 8 часов. Едем тесно очень. Все уже, Северный Урал, дороги никакие. Брод, первый брод, река Вижай. Виды здесь, конечно, обалденные. Еще один брод, вот водитель стоит, думает, переезжать или нет. Вода действительно очень быстрая и, судя по всему, очень глубокая река. Так, приняли решение ехать по такой дороге. Так, необходимо закопать эту дыру, чтобы шишига туда не провалилась. Все, я пошел помогать. Чутка встряли, плюс помяли бак, насколько я понял. Когда казалось бы, что помощь так близко, но нет. Он не сможет нас выцепить. Подтопило нас чутка, черпанули воды, парочку рюкзаков оказались мокрыми. Поехали дорогой, водитель сказал, что никто еще ни разу не ездил этой дорогой.
Вот основная дорога, а мы приехали вот отсюда вот. Сушим еду, потому что все, конечно же, промокло, благо не сильно. Одну проблему, казалось бы, решили, пришли к другой, теперь надо ее завести. Река Ушма, последний брод нам перейти. Здесь так, конечно, уже красиво нависают какие-то холмистые местности. И вот туда вот нам. Все, начался с самого начала. Уже минус ноги. Здесь болотистая местность. А тарелок, а все точно все? Нет, тарелки же что? В общем, добавка будет. О, я переживала. А, даже толкал. Наш стан. Красиво. Видео снимаешь? Угу. Оля? Походу надо оставить какую-то запись. Вон она наверху. Памятник. Тут адские ветра, наверное, нифига не слышно. Но вот сейчас подуспокоилось. Вон оттуда вот пришли вот так. Что это написано? Не будите, я сплю. Ети. Мы с Илюхой записались. Ребята едут тоже на попы, на
точнее, они едут, а мы идем пешком. Читеры! Остановились, короче, поесть. Там уже ребята другие подъезжают на тачке. Я вам что иду показать-то? Во-первых, здесь ручей. Во-вторых, там вон пещера, блин. Скорее всего, кстати, здесь и был найден труп или два трупа группы Дятлова. Потому что я помню, там кого-то у ручья нашли, кого-то вон в лесу. Возможно, блин, здесь мусоры, конечно. Ну, пещера какая. Смеркается. Только что прошли такой здоровый пласт курумника. Там достаточно хороший уклон, поэтому вернуться там очень-очень легко. Не упал я. Погнул, короче, палку свою. Ну, хоть палки спасают. Иду дальше, еще неизвестно, сколько идти. Мне кажется, мы сегодня 30-ку прошли как минимум. Еще так и не дошли. Вот на вот сюда. Ну там ворота от Артена. К концу дня мы подошли, а точнее приползли к предполагаемому месту ночевки. Озеро Лут-Хус-Саптур в переводе с мансийского означает «озеро одинокого гуся». По легенде, во время всемирного потопа в этом месте спасся один единственный гусь. После 7-километрового марш-броска мы подошли к старой хижине, которая служит перевалочным пунктом для всех туристов. И называется она, кстати, у Олега. Или как-то так, и неспроста. В 2016 году в этом сарае погиб от переохлаждения турист. Интересно, почему Олег не смог затопить буржуйку? Thank you.
Еще полдня хода, и теперь можно спокойно выдохнуть, выпить горячего каркаде и вдоволь наесться. Это все здоровый курумник. Для курумника ненавистников. У Нади и у Паши сегодня профессиональный праздник железнодорожника, поэтому мы решили немного поалкашить. Нормально. Вылез и вовремя. Это маленький. Так, это медвежонок. Здесь на горе мы видим. Это есть граница, да? Да, Европа, Азия. Давай это... А слушай, а может кубики немножко приправы? Вот говяжий есть. Ну давай говяжий. Прямо и разбавить его. Нет, там видишь, морковки нет. Хотя бы цвет, чтобы красивый немножко. Ой, ты думаешь, цвет будет какой-то? Ну там есть, наверное, морковка. Морковь, паприка, красный. Вот давай, топлая. Будет цвет, давай, давай. Ну... Иду воду наливать, чуть не упал. У нас тут это ручей. Пока Илюха колупается с этим спальником. Где он? А, вон он, паук. Ну, большой такой, да. До этих до бочек-то километр 8 осталось. Правильно, хорошо. Я шла, и у меня уже было. Цивилизация. Блин, прикольно, слушай. Нам разбираться. А? Что, как нам разбираться? Что, Паша ляпал, да? Паш, а тут это прям строго бегать сюда. Или можно по малой нужде? Лучше это туда ходить. Не, ну ночью можно это вообще делать. Танцы. Ну мы видели ее повыше. Вот, да, да, оттуда лучше видно. Да, конечно. Вот мы идем туда. По дороге будет Печора на середине, потом после нее еще два ручья. Я предлагаю перевал делать на Печоре.
постоянно переворачивают. Это я говорю, вот в один день он там прямо взлетал. Прямо вырос там, не знаю. А если еще туристы приехали? А к там пришла же группа еще? Ага. Которые ночью приехали на кадры. Ну, тут я буду. Они... Та-дам! Хай! Здрасте! Пока здорово, мы провалились. Ну, посидеть можно? Можно? Да. Можно даже пофотографировать. Пить? Что, воду пока не набираем, да? Хотите набирать? Там заказано. Это первый мост, половинка точнее. Мы первая группа, которая пойдет по нему. Первооткрыватели. Ребята-волонтеры из разных стран, ну, там литовский флаг, британский флаг, приезжают сюда, чисто вот отдыхают. Ну, наверное, вот мост строят, где все фотографируются. И вот наш флаг. У них здесь солнечные батареи, то есть все здесь прям прикольно. Реально дом стоит просто на вершине. Вокруг ничего. И вот дом стоит. Ночью приехали эти квадрики, я у другого поднималась, и тут уже все затехли. Вон уже один из пупов торчит. Вот ощущение, кстати, как будто, знаешь, какие-нибудь там черепа замурованы. То есть постоянно что-то кажется, какое-то мистическое. Может там... О, слушай, ну туда еще, конечно, какой-то проход. Колея 2010 года. До сих пор не может зарасти. Все спрашивают, почему колея одна? Она же... Да ну, в общем-то, и все, ребят. Побывали мы на пупах, 7 дней туда шли, 2 часа там потусили, и идем обратно. Небольшой этот рум-тур по этому домику. Ой, нифига тут тепло. Здесь, в общем, такое памятное место. Река Печора берет начало, дальше нечитабельно. А отсюда начинается...
Вот кусты, а сюда встаешь и проваливаешься. Отсюда начинается Великая Северная река Печора. Установлена 1981 года группой Атлито завод. Короче, сложно. В общем, река Печора. Отсюда начинается река Печора. Мы уже набрали немного печорной воды. Сейчас поклеимся, и пока окончательно не стемнело, мы должны дойти до лагеря.